Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви дивитесь проект «Гість-студія». Мене звати Ольга Глечик. У нас сьогодні скайп-гість. Зустрічайте, видатний музикант, піаніст, лауреат міжнародних конкурсів Вадим Пальмов сьогодні в нас віртуально в гостях, прямо з Німеччини. Вітаю вас, Вадиме Ігоровичу, в нашій студії. Хоча й віртуально, проте ви з нами. Як давно ви були в Україні? Перше питання ось таке. Коли ви востаннє були і коли були концерти в Україні, якщо пам'ятаєте? Вы знаете, в Украине я был очень-очень давно, я был еще очень-очень юный, и был я в городе Хмельницкий. Вот это я помню очень хорошо. К сожалению, больше у меня не было поводов приезжать в Украину, ну и в связи с известными всем нам событиями, кстати, их становилось все меньше. Вот, поэтому... Вот так. На жаль, ми вас вже запрошуємо, приймайте наше запрошення, будемо дуже чекати, щоб ви до нас нарешті приїхали. Тоді розказуйте, як відбувається концертне життя в Німеччині, там, де ви зараз знаходитесь у зв'язку з пандемією. Чи йдуть концерти, як вони відбуваються, як ваше творче життя там зараз? Ви знаєте, ну... Творческая жизнь, концертная жизнь, она не делится на страны, она в принципе существует как жизнь, да? А уж там какие страны попадаются, это другой вопрос. Но должен вам сказать, что я счастливчик, потому что во время пандемии как-то так случилось, причем иначе как счастливым случаем, ну или судьбой это назвать нельзя, я попадал в последний вагон, так сказать, да, успевал запрыгнуть в последний вагон, и сыграв где-то один концерт, я потом узнавал, что в том месте, где я играл, вся концертная жизнь, так сказать, замерла и отменена. Потом я приезжал еще куда-то, и случалось точно то же самое. И все мои друзья удивлялись, как же это мне удалось во время пандемии вот попасть в эти самые последние эшелоны и успеть играть. Даже кто-то пошутил, сказал, что тебя нельзя никуда приглашать, потому что после тебя все закрывает. Да. Поэтому, да, вот так это произошло, но это, конечно же, счастливый случай. Были выступления, которые и были отменены тоже. Такое тоже было. Тобто прямо зараз, чи є карантинні обмеження в Німеччині? Нас це дуже хвилює, як і всіх, звісно. Чи, можливо, ви практикуєте онлайн-концерти? Як в Німеччині з цим прямо зараз відбувається? Ви знаєте, к большому сожалению, мені пришлось, наверное, цілий год, а то й більше, преподавати онлайн. Там, где я преподаю в Карлсруе, в Высшей школе музыки. Что касается нашей профессии, то это совершенно немыслимо. Я очень завидую знакомым и друзьям, которые занимаются компьютерным программированием, например, которые могут, кстати, лежа на пляже и получая солнышко, так сказать, вот на тело, могут в то же самое время работать. Мы тоже теоретически можем так работать, и это уже практикуется. Но я тысячу раз повторю, к сожалению, это практикуется, потому что в нашей профессии очень важен личный контакт, очень важно слышать подробности, ну и все... Вообще все, что касается звука, все, что касается произнесения музыки, все это требует личной встречи. Телевизор очень много искажает, телевизор замедляет, телевизор, кстати, не передает очень многих оттенков и тонкостей исполнения. Поэтому я мечтаю о тех временах, когда мы сможем о такой форме обучения забыть. Кстати говоря, должен вам сказать... Именно в этот период пандемии, они и раньше были такие случаи, но как грибы стали вырастать, музыкальные школы онлайн, музыкальные курсы онлайн, они все обещают, что они вас научат играть, ну, буквально за неделю или две. Мы должны нашему широкому слушателю, широкому зрителю, который, так сказать, не вникает в подробности вот нашей профессиональной жизни,
обязательно сказать, что это все профанация и не стоит этому верить. Но это существует, и это тоже веяние времени. Так, телеглядачі, прислухайтеся до фахівця, який точно знає, як можна навчити музиці. А тим часом ми нагадаємо, що ви організатор більше 20 фестивалів, журі міжнародних конкурсів, член журі конкурсу імені Нейгауза та головний журі міжнародного конкурсу імені Натана Пельмана, і ви безпосередньо були його учнем, так? Розкажіть, будь ласка, чи згадуєте ви зараз ці часи, саме коли були учнем, і які головні настанови свого наставника вже у зрілому віці, коли ви стали видатним музикантом, ви зараз згадуєте? Ви знаєте, я принадлежу к людям той професії, в которой обучаються індивідуально. І учитель – это поводырь. Это тот человек, который берет вас за руку, вас юного или маленького, и ведет за собой. В этом смысле мы находимся в несколько особой ситуации по сравнению с людьми других профессий, которые, ну, скажем, в университетах посещают лекции и семинары и так далее, и где нет занятий один на один, индивидуальных занятий. Вот к профессии, той профессии, где личное общение один на один является решающим, принадлежу я. Поэтому, вы понимаете, найти учителя, ну, говорят, родители не выбирают, да? Но учителя надо найти и выбрать, и найти своего. Я думаю, что я просто везучий человек. В какой-то момент моей жизни в ней появился Натан Ефимович Перельман, легендарный музыкант, который родился, кстати говоря, в Житомире. Вот я общался с житомирцами, с житомирским каналом. Мы как раз об этом говорили. И, кстати, в Житомире родились три пианиста. Рихтер, Штаркман и Перельман. Вот три знаменитых пианиста. И я был учеником Натана Ефимовича Перельмана в Санкт-Петербургской консерватории. Сначала я был просто учеником, а потом как-то получилось так, что мы просто стали очень близкими людьми, и я очень много знаю о нем, не обо всем могу сказать публично, но о многих вещах рассказываю, и он действительно был легендарной личностью, помнивший еще, он был человеком, помнившим еще Антонова Овсеенко, и был знаком с ним. А вы знаете, кто такой Антонов Овсеенко? Это человек, который арестовывал Временное правительство в Зимнем дворце во время революции. То есть вот я просто хочу показать вам тот размах временной, в который я каким-то образом, вот этим счастливым образом попал. И вспоминая работу Монтэня «Искусство беседы», где говорится о том, что ничто так глубоко и серьезно не узнается, как через беседу. Вот я очень много из истории музыкальной культуры, из истории вообще узнал из бесед с Натаном Ефимовичем, вот когда, ну, произошло вот такое наше сближение, и он очень многое мне поведал. Поверьте, что это книги читать нужно, это важно, замечательно, но вот какие-то вещи узнаешь от свидетеля истории, от его ее участника, и, конечно, это неоценимо, и это то, что движет мной, в общем, всю жизнь и наполняет меня этим содержанием. Дійсно, ми можемо тільки нагадати, що Перельман, будучи з України, і наразі ми можемо відзначити дві дати, якщо не помиляюся, 115 років з дня народження та 20 років з дня смерті вашого вчителя, так? Дійсно? В 22-му году буде ровно 20 років, як його не стало. Так. Якісь все ж таки поради вашим учням ви зараз викладаєте? Ось як стати видатним музикантом? Що ви кажете своїм учням? Який секрет? Ну, видите, как вам сказать, мы с вами жили в стране, которая называлась Советский Союз. На вашей ли территории, на территории ли России, где бы мы ни находились.
мы постоянно теряли связь времен, потому что происходили постоянные катаклизмы. Они и сейчас происходят на этих территориях, да, это и сейчас, кстати, эхом отдается. Вот мы жили в таком пространстве, в котором постоянно прерывалась связь времен. Культура связывает времена. Почему нам так важно говорить сейчас о культуре? Потому что культура, пропагандируемая культура, так сказать, обращенная в широкие, ну, как говорят, массы населения культура, она помогает связывать времена. Вот вы спрашиваете меня, что я говорю своим ученикам, что бы я им сказал. Наверное, я принадлежу... Да не наверное, а точно. Я принадлежу к определенной традиции. Мой учитель был учеником Леонида Владимировича Николаева, профессора Петербургской консерватории и учителя гениальных музыкантов Сафроницкого, Юдина и Шостаковича, моего учителя Перельмана, Разумовской и многих-многих других. Это традиция культуры, которая передается. Я уж не говорю о традиции, так сказать, профессиональных подробностей, подробностей ремесла, подробностей мастерства обращения с нашим инструментом. Ну, вряд ли нам нужно с вами, кстати, обременять нашу публику этими подробностями. Я могу сказать в целом, это традиция культуры. Вот я общался с людьми культуры, и я надеюсь, что я принадлежу к этой традиции. Вадим Ігоровичу, є ще одне таке питання. Я знаю, що є також одна ниточка, яка вас, власне, пов'язує з Україною, а саме, чи правда, що ваш прадід був настоятелем, і про нього навіть є згадка у Тараса Шевченка? Ось такі в СМІ про вас факти ходять. Чи правда, що у вас був такий родич відомий, про якого писав наш Кобзар? Вы знаете, мистическим образом вот эта ниточка с Украиной меня связывает, да, с одной стороны, вот именно так, как вы сказали, с другой стороны, мои дедушка и бабушка по маминой линии, они были, собственно, с Украины. И мой дед был даже председателем горсовета в Артемовске. Вот. И во времена, известные вам, 30-е годы, он каким-то чудом, он и еще один из председателей горсовета Донбасского угольного бассейна смогли выжить и, так сказать, не подверглись вот этим репрессиям, хотя его уволили, его выгнали и так далее. А что касается вот вашей реплики по поводу Тараса Шевченко, да, это другая моя ветвь, это со стороны отца. Мои предки были известными православными деятелями. Мой вот прадед Гавриил Яковлевич Пальмов, о котором вы сказали, он был настоятелем Астраханского кафедрального Успенского собора, Астраханского Кремля.
И как раз он показывал Кремль Шевченко, о чем вспоминает Тарас Шевченко в своих дневниках. Тобто все ж таки правда, его... так? Є така? Да-да-да, это факт, исторически, так сказать, подтвержденный факт. Вот для меня очень ценный. Вот, и вот в той южной части России мои родственники действительно внесли, в общем, большой такой духовный вклад и образовательный вклад, потому что один из них был известным калмыковедом, человеком, который написал историю калмыцкого народа, изучал культуру и бытование калмыков. И в Элисте, столице Калмыкии, есть музей имени Николая Николаевича Пальмова. Это двоюродный брат моего деда. Ну, вот по той линии, вот тоже они все учились в Киевской, кстати говоря, в Киевской духовной семинарии. Так что вот видите, еще один мостик в Украину. Ну, мне кажется, это знаки про то, что вы все-таки должны приехать с концертом до Украины. Чи, возможно, какой-то телемост сделать онлайн, я не знаю. Все вказує на это. Спасибо вам большое за добрые слова. И, вы знаете, я бы сам очень хотел, конечно, приехать, потому что у меня есть какая-то такая цель. Мне бы очень хотелось оказаться вообще на Украине. И мне бы очень хотелось побывать в Житомире, в частности, потому что я бы хотел пройти по тем местам, о которых так много мне рассказывал Натан Ефимович Перельман, мой учитель. И, конечно, мне бы хотелось найти тот дом, где он родился, и мне даже обещали в Житомире, что они займутся поисками вот этого места. Конечно, у меня очень большой интерес и очень большое желание, но тут уже зависит от приглашения, от того, как, насколько это будет уместно приглашающей стороне и нужно. Да? Ну, будемо сподіватись на це. І ще одне питання про вашу літературну діяльність. Тобто ви також пишете мініатюри, наскільки я знаю, вони були видані в Європі. Проте коли в Україні можна буде щось почитати від вас? Чи, можливо, вони видані, ми не знаємо про це? І чи будуть книги на українській мові? Ви знаєте, да, у мене є дві книжки. Две книжки, но нет, практически это три книжки, потому что у меня есть две новеллы. Одна новелла автобиографическая, другая новелла художественная, выдуманная такая, ну, беллетристическая. И есть маленькая книжечка под названием «Семечки». Вот это то, что вы упомянули, это короткие рассуждения, коротенькие всякие рассказики, всякие забавные, грустные и прочее. Могу показать вот это вот моя книжка «Семечки», а вот это, она вышла в Петербурге в 17 году, а вот эта книжка, ее редакторы обозвали «Русская рапсодия», ну вот туда входят две новеллы, одна называется «Времена годы», она автобиографическая, а другая называется «Репетиции судьбы», это вот такая петербургская такая, ну, может быть, чуть-чуть даже мрачная история. Тобто наразі видані російською, так і німецькою мовою видання. Чи є ще деякі? Вот эта вот большая книжка, она издана, видите, она толстая какая, она на немецком и на русском языке издана одновременно, причем я должен похвастаться, у меня на немецкий язык была замечательная совершенно переводчица Ганна Мария Баумгарт, которая переводит таких крупных писателей, как Улицкая, Акунин и прочие. Но это тоже, я хвастаюсь только, но только не потому, что это моя заслуга. Это не моя заслуга, это тоже как-то волей случая. Вот у меня очень много волей случая в жизни, да. Буквально нещодавно в Одесі пройшов літературний фестиваль, де було багато авторів, і, зокрема, ті, яких ви назвали тільки що, по скайп-зв'язку, проте вони були присутні. Я дуже сподіваюся, що і в Україні ми скоро побачимо ваші видання, українською, можливо, можливо, російською, просто в продажу. Десь можно будет их купить. Бог даст, видите, я не отношусь к тем людям, которые умеют так хорошо себя самого рекламировать, и продюсировать и, так сказать, прочие организаторские такие вещи. Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, и если найдутся такие люди, у которых будет к этому интерес, ну, о чем же речь? Я всегда открыт. Будемо сподіватися, що завдяки нам це станеться.
Дякую, що були на скайп-зв'язку з Німеччини. Ми залишаємо наших телеглядачів з прекрасною музикою, піаніста, видатного Вадима Пальмова. А я вимушена попрощатися наразі, проте, я гадаю, ми скоро побачимось. Дякую, що були з нами. Нагадую, це була програма «Гість студії». Мене звати Ольга Глечик, і з нами був Вадим Пальмов. До побачення. Спасибо.